Однокомнатная квартира формата евро 2, общая площадь 45,4 квадрата. Кухня у нас 17,4. Для спальни там в районе 16 квадратов. Ванная комната. Здесь два стояка у нас выходит. Вода заходит. Разводить надо все. Здесь у нас лоджия по расположению сторон света. Окна выходят у нас на северо-запад. Это у нас Прокшино. Там будет дорога как раз в квартал Прокшино. Через мост уже делают. Слева школу строят новую. Здесь речка запруженная, частный сектор. Остекление на потолке панорамное. С кухни тоже панорамное остекление. Можно убрать, в принципе, при желании стекла поменять. Ну, вот это у нас... Тут два окна у нас. Это спальня. Вот высота потолков 3,15. Ссылки в описании. Всем пока.